кровать. Сколько подушек, ё-моё. Марго. Вонь. Доброе утречко. Бонька ночью опять гавкала. Она каждую ночь гавкает, не знаю. На мячик сегодня... Ой, мячик, там шарик лежал возле туалета. Она на него начала гавкать. Открывайте, открывайте. А где твой подарок? Сколько там осталось? Четыре? Три. Три? Так мало, вы все открыли. А, кстати, ребята, не видели эту елочку, которую ты открыла же? Да, вот эту вот. А я носки. Не помню, какая. А, 16. Dear Santa, I can explain. У Ксюни печенька, а у Маргариты елочка. Я просто носки. Так, Ир сегодня хочет. Второе. Какое число? 22-е. А, сегодня 22-е точно. Тогда у вас сейчас еще осталось два подарочка. Сейчас вы это да, откроете. Завтра. Давайте, открывайте. Давай. Что такое большое? Это маска! Да. Я мою там забыла. Вот как раз тебе нужна. С глазками. О, наконец-то. В ней темно, но не так, как в другой. Ну, потому что она плотная. И она огромная. Угу. Такие глазки, реснички. Давай, открывай. Это пачка. Хе-хе-хе. Привет! Там еще один бальзамчик. Типа сколько в этот раз бальзамов-то подарила Маргарита? Я уже, по-моему, забыла мои бальзамы дома. Угу. Ой, Бонь, Бонь, иди давай отсюда. С твоим шариком. И себя мне. Да, нет, нельзя, да, я открою. Бальзамчик для губ. Иос. Да, открывай. Уже наполнили? Ой, по-моему, все уже. Все, уже хватит. И как она включается? Что? Так, а... Мы уже кроватку поставили и шкаф. Так что сегодня я буду уже заполнять одеждой. Останется сейчас собрать девочкам шкаф. Давай, пока. Макс, давай туда не бросать никакие игрушки. Макси. Это твой. Да. Нормально. Не буду вас так снимать, чтобы это... Мама, я тоже спрашиваю, где мы поедем. Мама! Это у папы надо спрашивать, не надо. У Макса красное лицо? Мама! 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 Папи! Папи! Давай пальцы пожить. Все. Папочка, нет! На, еще один ей. Один она лопнула. Смотри, она унесла этот. Нет, нет, нет! Смотри. Ой, улетит он еще куда-нибудь? Ой, шасси. Улетит. Интересно, не улетит. Сейчас опять лопнет, опять лопнет. Нет, 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 пожалуйста. Отпусти. Нет. Только потом собери кусочки. Да, да, да. Бонь. Бонни. Ты смотри, где она там в туалет сходит потом. Как тут дела? Нормально. Встал хорошо так шкафчик. Даже еще место осталось. Я думала, он будет прямо вот впритык к этому выключателю. А я хорошо думала, встал. Поменьше. Не, он нормально. Поменьше? А, нет, я нормально. Думала, смотри, поменьше. Я даже дотягиваюсь. Где-то я поцарапалась, только что заметила, что у меня ранка. Нет, папа сейчас уже поедет. Ты тоже поедешь? Нет. Нет?
Папа только с Маргариной и Максом. Там вкусно. Ну да, там детвора будет одна, только малышня бегать. Пьем лекарства. Ксюня пьет антибиотики. Ей нужно... Человек пробовал сказать рот. Ей нужно неделю пить. Вот она как выпьет, она должна дырочку сделать. Вот получается сейчас вот она пьет, сделали дырочку. Это ночью. В 2 часа. Угу. Невкусная? Сделали салатик. Перемешаем салатик. Все у нас деревянное. Что-то мы перешли на деревянную посуду. Эта маленькая хулиганка убежала сегодня на улицу. И она почти уже на дорогу выбежала. Да? Кто сегодня убежал? Непослушная собака. Ты непослушная? Вот так вот потеряешься, что ты будешь делать? Что ты будешь одна делать, скажи? Потеряешься. Непослушная хулиганка. Там уже не единорог, там уже не знаю кто. Бонни, что ты сделала со своей игрушкой, а? Внутренности все вытащила, все прогрызла. Давай пей. Нет. Пей давай. А я все на телефон снимаю. Папе забыла сказать, нужно, если он будет домой зайдет, туда нужно сказать, чтобы он взял заряд. Не хочу я, не хочу. Давай. Пей. Пойдем кушать сейчас. Выпивай лекарство и пойдем кушать. Давай. Маргарита. А потом пойдем мебель собирать. Давай себе заливай. Не все сразу? Так для меня лучше все сразу и раз, и два. По чуть-чуть? А, хорошо. Выпила? Маргарита, вещи сложила? Нет. Почему? А что, полки пустые? А если я сейчас нажму на кнопку? Нет! Это такой, как сказать, такая досточка, в общем. Рисуешь ручкой, такой специально. Если хочешь все стереть, нужно просто нажать на эту кнопку. И оно все сотрется, я потом опять рисовать. Мама, смотри, вот красиво. Так. Свет нужен. Подожди. Сюда вот полочку поставили, Маргарите. Сначала туда ее поставили, но что-то она как-то там смотрелась. Где мне ее подкрутить? Тут? Вот, ну где хочешь. Да, ну там лучше. Сюда. Да. А то она мне... Решили сюда поставить, она тут лучше смотрится, да? И тогда ты розетку не закрываешь, да. Если там тебе нужна будет. Вот тебе и никакая тумбочка тебе не нужна маленькая. Все, раскладывай. Раскладывай свои вещи. А стол посмотрим, если поместится сюда, хотя навряд ли. Стол у папы длинный, да. Ну вот именно вот посмотрим. Если поместится вот так вот при открытой дверце. Ну навряд ли, потому что стол длинный. Может даже сюда встанет лучше. Да. Да? Осторожно на пол не урони. Это еще одна подушка. Можно я помочь? Сколько подушек, ё-моё. Это пока не надо, она туда не залезет. Или выше. Нет, выше, наверх. Еще выше. Ну, на ту полку, которую ты не будешь часто пользоваться. Да, вот так вот. Фотография с твоей подружкой. Не, никогда не затеряю. Это который телефон? Ракушечка. Телефон. Ну, у тебя, получается, еще на стене же будут полки. Спанс-боб. Так что поместится все. Тут разные пенки. Пенки ты куда поставишь? Где ты будешь спать? Я за ней не буду. Ксюша такая... ну, Ксюша, сегодня комната забита вся этими коробками. Так что... Ксюша, ты спишь в зале, значит? Нет. Одна. В большом, огромном зале. Одна. На большом диване. А вот комната Макса и Каролины. Такая вот кроватка раздвигается. Макс будет внизу спать. Каролина наверху. Тут полочки с игрушками.
здесь будет, будет шкаф для одежды. Можно чистить. Давай, все, заходи, что почистить. Маленький. Чиклепи. У меня нету батарейки. Надо зарядку. Она там осталась. Завтра заберем. Давайте зубы чистить и спать. Мак, где твой щетка? Теперь места вам хватает зубы чистить? Не, не деретесь за руку? Мама, у него астма. У него астма. Астма, знаешь, что это такое? Это очень опасно. Да, когда да. задыхаешься. Да, когда воздуха не хватает. Кислорода. У одного из нашего класса астма. Как будто я поняла, что ты сказала. У одного из нашего класса астма. Понятно, все, давайте. Бер. Все, влеглись? Ботчик. Ну, устала. Ладно, давайте отдыхайте. Все, ребят, пока, всем пока. Мы будем спать. Не, давай, иди уже. Мне пить надо. Бонь, чтобы спить. Помогает от астмы. Давай. Маргарита, все, хватит уже. Попругать буду сейчас. Вот опять шторку это сильно дергаешь. Все, пока полочка пускай так стоит. Может, ее потом другое место поставим. А почему ты мне уже... Может быть, поставим так же, как у Маргариты. Вон туда немножечко кровать эту отодвинешь. У меня же тут будет стол, потом тут еще одна тумбочка. А, ну, может быть. А тут шкаф, да? Вот тут. Посмотрим. А. Помнишь? Чиклепис. Бороните. Теперь воду здесь, туда не надо. Посесть. Иди в свою комнату. Папочка, можно мне тут, пожалуйста? Нет. Что ты сказала? До этого что ты сказала? Может быть, ты здесь спать? Нет. Почему? Потому что у тебя есть своя комната. А я буду тут. Не надо закрывать. Мне даже не нравится, когда кто-то смотрит. А мне нравится, там никто не смотрит. Да, все. Пока. Пока. Уходи давай. Чиклепись.